Приветствую вас, давайте мы сразу с вами условимся о том, что вы обратились в раздел психологии, и, соответственно, я буду отвечать на ваш вопрос именно с точки зрения психологии. Не с точки зрения диетолога, не с точки зрения, собственно говоря, сброса веса, да, который вроде как вас интересует и так далее. Значит, первое, на мой взгляд, заключается в следующем. Чего вы хотите? Вот именно конкретно от психолога. От психолога. Что вам нужно? Почему я задаю этот вопрос? Потому что пока от вас не будет сформулирован запрос именно к психологу, ну поскольку вы задаете его, этот самый вопрос, в раздел психологии, то не очень понятно, с чем работать. Потому что, вот вы говорите, помогите. И далее описываете по факту две проблемы. Первая проблема – это следствие, да, то есть набор веса, там, это вся история, связанная с тем, что вы к мероприятию, значит, не будете иметь ту форму, которая вам нужна, видимо, это следствие. Хотя и в этом следствии уже угадывается некий саморазрушительный, деструктивный сценарий. То есть вы, зная, что вам нужно быть на мероприятии, и, как я понял, на этом самом мероприятии выглядеть идеально, вы, зная это, все равно наелись. И теперь вы паникуете, говорите, какой ужас, как ужасно то, что вот, ну, со мной случилось, да, то, что произошло. И вот, собственно, ощущаете себя, ну, такой, может быть, беспомощный, может быть, такой, ни на что не способный. Я вот не знаю, если честно, здесь, ну, то есть, не уверен, насколько правильно я интерпретировал ваше поведение. Но очень напоминает игру «Какой ужас». Вот. В любом случае, у того, что вы описали, да, у того, что вы описали, есть причины. Я хочу, чтобы вы это поняли. Есть причины. То есть у вас была причина, зная, что грядет мероприятие, наедаться. То есть, как бы, само мероприятие для вас, видимо, потеряло смысл, а это значит, что оно для вас не важно с точки зрения ваших желаний. Оно важно с точки зрения социального аспекта, социальной роли. Оно важно. Вот с точки зрения ваших желаний нет. И здесь вопрос поднимается о именно истинности того, чего вы хотите. О соответствии того, что вы делаете, тому, чего вы хотите. Понимаете? Вот. Ну, на мой взгляд, это
важно. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, данный аспект стоит пересмотреть. Вот. В любом случае. Далее. Вы пишете, когда все достало. На языке психологии, на языке психологии, это звучит так. Мне не нравится то, чем я занимаюсь, мне не нравится то, что я делаю. Мне это не нравится, меня это не устраивает, но я ничего не могу поделать. Ну вот, с необходимостью делать то, что я должна делать. Вот. И вы тем самым сами того не осознавая, вероятно, создаете для себя такую ситуацию, когда вас все достанет, в буквальном смысле слова, чтобы вы получили возможность делать то, что вам нравится, а именно стремиться к любви. То есть у вас недолюбленность. Ну, потому что заедание это вот, это история про недолюбленность. Заедание. Вот. То есть это оральное поведение, это, значит, именно, скажем так, любовно ориентированное поведение, вот так. Ну, вы можете сами об этом почитать, это более подробная информация об этом есть. Я не буду, наверное, сейчас на этом заострять внимание, чересчур, по крайней мере. Вот. Значит, когда все достало, вы же довели до такого, что, ну, что все достало. Значит, не отследили, когда начало все доставать. На ранних, скажем так, этапах. Чем это обусловлено? Ну, чем-то. Наверняка чем-то это обусловлено. Меня интересует чем? Вашей жизненной стратегией, ну, может быть, вашими желаниями, может быть, вашими страхами, может быть, вашими импульсами, имеющими, ну, имеющие природу в прошлом, то есть импульсы, которые вы усвоили еще в детстве, значит, ну, по поведению себя в определенного рода ситуации, вот, понимаете? История именно такая. То есть нужно разбираться в генезисе развития того, что вас все достало. Это первое. Второе. Накрутила себя. Накрутка себя. Это в первую очередь, значит, ну, такой. Такая установка, такая позиция, не думай. То есть,
вместо того, чтобы, грубо говоря, анализировать то, что с вами происходит, да, вместо того, чтобы подумать, что сейчас творится, вы нагнучиваете себя. То есть свои желания вплетаете в реально происходящее. И тем самым получается, естественно, только хуже. Вот. Ну и, соответственно, появляется такое, знаете, вот, своего рода безумие. Вот. На языке транзакционного анализа безумие означает, что человек просто не научился думать. Не научился, ну, безумие, да, без ума. Ну, и эта установка, она, опять же, имеет свои корни в детстве. То есть, опять же, важно понять, как часто вы себя накручиваете, в каких ситуациях вы себя накручиваете. Я уверен, что это происходит периодически. То, что вот сейчас имеет место. Это далеко не первый раз, когда вы себя поместили в такую ситуацию, чтобы позволить себе наесться. Потому что обычно вы себя зажимаете. Ну, так вот мне это представляется, по крайней мере. Обычно вы себя контролируете достаточно сильно, достаточно жестко, видимо, и не позволяете себе, ну, не знаю, чувствовать, может быть, чувствовать, получать, хотеть. Так, плохо, еще нужно сосредоточиться, успокоиться, я в шоке, так как будет лишний вес. Так, ну по поводу сосредоточения, я предлагаю вам упражнение на актуализацию. То есть просто вот здесь и сейчас, что со мной происходит. Здесь и сейчас, что я чувствую, что я замечаю, что я вижу. Соответственно, далее следует упражнение обращения, то есть рассмотрение противоположностей того, что вы чувствуете. Вот. Это такие вот достаточно легкие, но очень важные упражнения на сосредоточение. Подробнее о них вы можете посмотреть в практикуме по гештальт терапии первого, там это есть упражнение, вот. Но помимо этого есть и еще очень важный, на мой взгляд, момент. Это момент такой, что если у вас не получается сосредоточиться на чем-то, то посмотрите, куда скатываются ваши мысли. На что они, грубо говоря, направлены, ваши мысли. И нужно вот понять, то, на что направлены ваши мысли, они, это важно для вас или нет? Это реализуется как-то или нет? Позвольте себе рассматривать. Это такой хитрый прием, да, рассмотреть. То есть рассматривание это, знаете, как, вот когда мы смотрим на фигуру, да, мы пытаемся ухватить ее, ну, всю. И в итоге это называется глазеем на нее. На самом деле надо просто
как бы блуждать взглядом по ее частям. И тогда мы не будем впадать в это самое состояние, знаете, такое, как транса. Вот. Ну, все эти упражнения вы можете найти в любом случае в практикуме, его можно бесплатно скачать в интернете, он пока что есть еще. Вот, почему пока что, потому что я не знаю, будет ли он в будущем. Вот. Рекомендую в любом случае обзавестись вам, ну, своей копией. Вот, вот собственно, все, что можно написать вам, то есть не написать, но это я по привычке, да, ответить. Все, что вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Как успокоиться, отличить проблемы и взяться за дело? На самом деле решить, что вы будете делать с этими проблемами. То есть нужен четкий план того, что вы будете делать с проблемами. Нужно менять отношение к проблемам, потому что представьте себе если проблемы, да, проблемы будут, ну, не знаю, влиять на человека. Вот. Ну, то есть, проблемы-то они есть всегда. Одну проблему решил, появилась другая проблема и так далее, и так далее, и так далее. Если человек не относится к проблеме как к опыту, как вот, ну, к, знаете, ну, я бы сказал, к естественному и нормальному аспекту жизнедеятельности. Естественно, возникает вот это вот ощущение несправедливости, да, что проблем не должно быть и так далее, и так далее, и так далее. Но, заметьте, когда я говорил о блуждании взгляда, да, когда я говорил о том, что взгляд должен блуждать ваш, то же самое и здесь. Что такое блуждание взгляда? Это движение, это чередование, это, грубо говоря, дифференцированное слияние. Вот. Дифференцированное слияние – залог того, что вы будете видеть фигуру, которую ну, наблюдается, более четко, ясно и понятно. То же самое касается проблем в целом, то же самое. Если видеть проблему как опыт, то она будет восприниматься совсем по-другому. Она будет являться, по сути дела, проявлением полюсности в картине мира и вашей деятельности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.